порядке. Ладно. Он вон там! Нравится, герой!
Эй! Еще один. Yeah.
Отойди! Ладно, давай поищем путь к гавани. Надеюсь, лодка еще там. Это старые грузовые описи. Ого. Они хорошо сохранились. Эй, смотри-ка. Вроде похоже. Эсперанса отплыла из порта Кальяо в Перу. На борту 800 слитков золота, 1200 серебра, изумруды, золотые маски, украшения. Ого, читаешь староиспанский как родной. Видать, непростой расхититель могил, да? Нашел. Золотая статуя. Вес 20 арок. Больше 500 фунтов. Это она. Ух ты. Точно она. Да, выглядит жутковато. Больше записей нет. Это чей-то подарок? Что? О, ну да, можно и так сказать. А я-то думала, ты из тех, у кого подивиться в каждом порту. Если бы. Нет, это кольцо Фрэнсиса Дрейка. Я его вроде как унаследовал. Сик парвис магна. Великое начинается с малого. Его девиз. Глянь дату. 29 января 1596-го? Через день после его кончины. Стоп, а это что за числа сбоку? Координаты. Это у берегов Панамы. А, так вот как ты вышел на гроб. Да, именно. Дрейк оставил это кольцо как подсказку с указанием на место. Тому, кого хватит мозгов расшифровать. Лезть не поможет. Мы все равно отсюда валим. Боюсь, что Эльдорадо... Мы увидим только на бумаге. Упустили мы свой шанс.
Нет, вон она. На той стороне гавани. Ладно, пошли. Эй, а может, давай ты сам заберешь лодку и потом за мной заскочишь? Ладно, чего задумала? Ничего. Я просто хочу, ну, еще поснимать. Да не бойся. Ну, хорошо. Только чтобы сидела тихо. Считаю, убедила. Стоп, это не люди эти. Thank you.
отдыхай. Загружайте все на лодку. Эй! Пошли, пошли! Ты откуда взялась? Ты должен это увидеть. Слушай, ну ты и нашла время. Стой, Нейт! Что ты делаешь? Ты должен увидеть. Смотри. Что? Там еще на причале остались. И... Привет. Салливан жив. Я не знаю, Нейт. А ты... Ты ему вообще доверяешь? Его не ведут под дулом пистолета. Да вижу я. Ну да, это странно. В общем, Салли, конечно, не безгрешен, но он не предатель. Куда они полетели? На север вроде. Да, в сторону гор. Ясно. Значит, в монастырь. Идем. А если он правда работает на них? Либо спасем его, либо вломим ему. Хотя, знаешь, я и так ему вломлю. Он нам. Нравится, герой.
Как такое могло получиться? Видишь подпалины? Ага. Кто-то заложил здесь пороховой заряд и разнес все на куски. Лучше смотри под ноги. Некоторые доски совсем трухлявые. Елена, я не удержу! Дай вторую руку! Да брось ты камеру! Черт! Зараза! Ничего. Давай. Пойдем. Как ощущение? Ah!